Конфету. Вот такую. Ты, наверное, не умеешь распечатывать конфеты. Умею, пап. Да? Да. Ореховая какая-то. Что на ней нарисовано? Орешек, орешек. А еще что? Всякие загогулины. Загогулины? Не терпится попробовать. Какая-то шоколадная. Ты же любишь конфеты шоколадные? Все, ложи назад. Распробуй как следует. Какие ваши впечатления? Лайк? Подписка, колокольчик? Как ты думаешь? Ну, положи пока конфетку. Как ты думаешь, какая она по вкусу? Что внутри в ней? Как Сникерс. Как Сникерс, но не Сникерс. Подожди, не надо больше. А теперь вот такую вот конфетку. Покажи конфетку, как она выглядит. Выше чуть-чуть поднимите. Такая же, только потемнее, да? Угу. И ее можно попробовать. Но не целиком. Надо оставить, да? Ты уже и распечатывать научилась конфеты сама. Мягче. Мягче. Ну а теперь расскажи нам по вкусовым критериям, какая лучше, первая или вторая? Сказать тут нельзя, надо пробовать. Пробовать надо. Ну, тебе какая понравилась? Мне понравилась та и та, потому что одна похожая на вкус второй. Они как бы между собой пересекаются, да? Как будто это одна и та же конфета, положена в разные. Но одна конфета у нас, вот эта первая конфета, она у нас с миндалем, понимаешь? А вот вторая конфета у нас с арахисом. Поэтому она мягче. Она больше должна быть похожа на Сникерс. Понимаешь? Ты что, доела две конфеты? Ничего не слипнется. Это будет наша тайна. Мы никому не расскажем. Знаешь, чего не хватает? Молока. Только молока нет. Да. Да. Вот это больше понравилось, да? Помягче, которая. Вторая, Вторая, да? да. Только одна помягче, а вторая попёрше немного. Да. Одна с арахисом. Первая с миндалем, а вторая с арахисом, да? Рекомендуете? Да. Но не больше двух конфет в день, да? А то что будет? Очень сладко. А еще что вырастет? Глаза вырастут, и мозг будет лучше работать. А вырастет глаза и мозг. Может быть, попа? Уверена? Бабушке не будем говорить, что ты съела сразу две конфеты. Покажи нам рисунок, который ты рисовала. Разрисовывала, да? Или рисовала? Разрисовала. Какая красивая бабочка. Ладно, не буду тебя больше отвлекать. Перекусила? Наелась? Разрисовывайте дальше.